Всем привет, дорогие друзья! Вы на канале Duda Play, и мы продолжаем играть в игру Minecraft. Так, давайте посмотрим. У меня идея небольшая есть. Сделать вот здесь вот огород. Как раз под водой. Получается, у меня вот здесь блоки стоят сверху, а здесь вода. И таким способом у меня идет полностью здесь водичка. Так, и будет все хорошо расти. Так, мне нужно взять землю. Так, где-то у меня здесь она была. Так, вот он, 36. Так, 36 блоков пойдет. Так, надо будет семена взять. Так, хорошо. Так, и сейчас мы эти блоки поставим сюда. Так. Так, главное, чтобы вот здесь нужно будет скопать вниз. Так, у меня лопата с собой есть? Нету. Так, сейчас возьму лопатку. Сделаем даже, наверное, скорее всего. Так, палочки нужно. Так, берем, делаем палочки. Так, вот столько хватит. Угу. Сейчас сделаем сразу лопату железную. Вот, отлично. И я здесь прокопаю. Вот так вот. Раз. Так, здесь тоже берем песок. Здесь не нужен. Я прокапываю песок прям побольше. Потому что песок мне пригодится. Так. Ну и землю где-то, в принципе, можно немножечко подровнять. Ну, в основном песочек нужен мне. Так, все, сейчас здесь аккуратненько уберем. Так. На улице еще день. Солнце садится. Так, сейчас быстренько. До ночи, я думаю, управимся. Так, ну что ж. Теперь можно землю. Аккуратненько. Сюда так поставим. Так, здесь тоже. Ну, здесь, в принципе, я убрал. Поэтому вот так, хорошо. Так, что у нас здесь? Так, ну давай этот сразу уберем песок. Так. Вот здесь. Вот так должно быть, нормально все. Так, убираем песочек. Хорошо, но мы его сейчас еще и соберем. Вот. Так, здесь прям получше соберем. Побольше, чтоб не было. И все, и у меня будет тут супер грядка, супер огород. Вот, отлично. Видишь? О, все. Солнце садится. Сейчас эти чудики начнут бегать. Так, давай быстрее, быстрее. Так, в принципе, на сегодня, в принципе, немножко уже хватит, убрал. Так, все. Так, теперь тут все собираем аккуратненько. Ух ты. Почему так получилось? Почему здесь нету воды? Подожди. Интересно. Надо будет мне сюда что-то сделать. Почему у меня воды нет? Так. Я думаю, все равно какой-то процент воды же есть. Почему он полностью не идет? Я не понимаю. Ну ладно, потом, если что, мы с помощью ведра все исправим. Так, ну вот, наступила ночь. Сейчас эти чудики проснутся, начнут бегать здесь, мешать мне. Ага, дальше строить. Так, сейчас посмотрим. А, вот еще, смотри, лежит. Так, мне нужно что-то поесть. Блин, скелет, смотри, стоит. А, ё-моё, быстрее к дому. Ё-моё, крипер побежал. Так, ну у меня на втором этаже есть кровать. А, я не могу уснуть пока в доме монстров. Так, тихо. Так, у меня вон еще кроватка есть. Я на этой кроватке сейчас буду спать. О, отлично. Все, спим на кроватке. Так. Ну все. А, нет, смотри, ты что стоишь? Я не понял.
назад, а? Вон, начинает болеть. Сейчас, сейчас, подожди. Так, а здесь я что-то посадил, но у меня здесь там воды нет, по правде. Поэтому я не знаю, как оно вырастет или нет. Крипер убежал, нет? Это... Ух ты, ё-моё. Так, подожди, а ну-ка, нажми честь. Да ты чё, гад, а? К дом зашел. Так, а ну-ка, где еда моя? Так, вот, жареная баранина, отлично. О, крипер, смотри, ходит. Гад. Надо будет сюда подняться, именно наверх, там спрыгнуть. Так. Сейчас сердечки возобновятся. Где он? Где крипер? Подожди, ты его видишь? Вот он. Быстрее, быстрее убегаем. Сейчас мы... Ох ты гад, а? О, не тот он идет. Ну, сейчас мы его сюда посадим. Сейчас мы его здесь убьем. Давай, иди сюда, иди сюда. Может его сюда загнать и здесь взорвать его? Да не убегай, иди ко мне. Не убегай. Постой, не взорвись. Не взорвись. Не взрывайся, друг. Давай сюда. Опа. Нифига себе. У меня одно сердечко осталось. Как он меня только что не завалил, я вообще не знаю. Так, все, ладно, собираем, что здесь взорвалось. Нифига, он меня мог вообще взорвать. Как я еще остался жив. Так, а нет, тут еще один камушек сейчас возьмем. Так, ну все, хорошо. Так, ну что ж, пойдем дальше садить. Так, смотри, сколько у меня тыквы выросло, нифига себе. Так, ладно, тыквами я займусь попозже. Хотя, в принципе, мы сейчас соберем урожай сразу. Тыквы возьмем, соберем урожай. Так. Как раз, и пускай дальше растут. Отлично. Смотри, сколько у меня уже их. 7 тыкв. Нормально. Так, да, если вы заметили скин у меня такой странный. Это я не знаю, что-то скачал какую-то. Какую-то программку и какой-то этот мод или что-то, короче, установилось какой-то скин странный. Ну, я сегодня, завтра буду смотреть, разбираться, что с этим скином делать. Когда его будет убирать, другой ставить. А он автоматически поставился, я его сейчас убрать не могу, не получается у меня. Если вы знаете, как эти скины менять, то напишите, пожалуйста, в комментарии. А то получилась девочка какая-то, видишь, интересно, но... Я не знаю, откуда она, откуда взялся этот скин девочки, ну... Вот так вот, странно, да? Так вот, дальше, что я хотел рассказать. А, уберем. А, вот смотри, опять вырос. Да ну нафиг. Так быстро. Так, вот у меня получается 23. 23 тыквы. Так, все прячем. Ну и сейчас идем посадим. Угу. Посадим наш огородик. Получается. Вот. Я не знаю, будет ли тут все нормально хорошо, потому что там почему-то вода. Странно как-то, она не полностью там заливается внизу, не знаю. Но я думаю, в принципе, вода же есть рядом. Я думаю, должно нормально все расти, без проблем. Так, семян у меня много, поэтому тут хватит. Ну, так, 23 еще семечки. В принципе, хватит. Так. А вот этой тяпки моей... Мало, все, тяпка сломалась. Так, ладно, сейчас посадим. Так, надо будет пойти за тяпкой. Сейчас тяпку возьмем. Так, была же у меня тяпка. Нету тяпки, да? Угу. Так, а у меня есть булыжники. Вот, есть булыжники. Мы сейчас сделаем новую тяпку. И палочки у меня где-то были. Вот у меня есть палочки. Сейчас сделаем еще одну тяпку. Так, вот как раз тяпку взяли. Ну да, каменная тяпка, ну, конечно, железная будет сделать. Вообще можно сделать золотую тяпку. Как вот? Золотая тяпка нормально будет? Угу.
и золото. Ну, пока золото я не находил. Так, кончилось, да, у меня? Так, а ну-ка, подожди, где семена? Вот они. Семена у меня кончились. Ну, ничего. Сейчас немножечко возьмем пшеничку. Ой. И вот у меня семян много. Так, расскажите, напишите в комментариях, какие у вас есть различные...